Всем привет. Наша старуха куда-то уже упал. Упал зла. Здесь просто немножко побродил перед записью. И слышал какое-то странное дыхание, потом как-то такой... Как будто, не знаю, кто-то пытался посрать такой, знаешь, большой какашкой. Очень большой, ну просто пипец какой большой. Что жопу раздирающий. Потом был стук, как будто, собственно, высрал. Это какашка со стуком, такой пум, на пол. И все. И все, что было честно. А, еще подобрал вот здесь монету с пеликаном. Здесь она была в ящике. Вот в этом ящике она была. И все. Все, что я, в принципе, сделал. Ну, как-то бывает. Пынч. Сюда нужен фонарь. А мы видим, походу, дело наше так и не убили. А рукой он перетянуть эту фигню не может, ну, потому что, ну, ума не хватает, наверное, не знаю. Ключ повесить, какую-нибудь дрестину еще какую-нибудь. Дополнительно. Не может. Не может. Не хватает то ли ума, то ли чего-то еще. Кукла Вуду. Ничего интересного. Сделана из тряпок, говна и палок. Все просто. Кукла Вуду и все. Очень увлекательно. Спасибо. Это полезно. С нашей старушенцей. Так, 11 октября. Меня весь день звенит в ушах, и не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная. Эта девочка странная, и женщина, которая с ней пришла, тоже. Женщина с ней пришла какая-то. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген. Что со мной происходит? Девочка мне кое-что подарила. Я положил подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где ее никто не найдет. Его. Это рука. Признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет оспорить это счастье, я его просто убью. Прекрасно. Дарить руку в символ счастья — это, блять, круто. Крутая майка, крутая кепка. Как-то странно слегка. Ну ладно. Так, ну окей, значит. Здесь нам нужно пройти дверь. Мы ничего с этим сделать не можем. Икон перетянуть не может. Канделябр он взять не может. Ничего он взять не может. Потому что он рачело. Поэтому пошли сюда. Так. Наша бабёна сюда провалилась и торжественно умерла в какой-то дресне. Ну да, это игра. Эй, ты куда? Ты кто? Ёбаный чипальдук. Хренась, это что-то новенькое. Может, это Зойка наша? Зоя. Зоечка. Заюшечка. Это ты. Голопопенькая наша, нет? Не ты. Ух как. Так, судя по блевотине, эта херь пошла сюда, да? Толкан, толкан. Ценная фотография. Возле толкана что-то спрятано. Охренеть, какая ценность высокая. Просто нельзя переоценить ценность этой фотки, что возле толкана что-то припрятано. К сожалению, у меня нет места. Я бы, может быть, и рад, но... Увы и ах. Психостимуляторы... Сундук бы где-нибудь место освободить чутка. Заперто с другой стороны. Я понял.
Там всяческие сталактиты, сталагмиты и прочая нечисть. Так, значит, эта херня, судя по следам, пошла сюда. Она такое чувство, что она кралась и блевала параллельно. Травка. Так. Блять. Страшно. Моя травка. Вся моя травка. Стелитель нет места, блин, что же я так нагрузился-то? Всякой дресниной. Разделитель, недостаточно места. Плохо, 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 плохо. Очень нужно. Ага, еще и затычка нужна, в смысле отмычка. Угу. А в горшочке горшочек, а в горшочке горшок, и в горшочке горшочек. В том горшке был горшок. Тан-таран. Та-там. Па-пам. Пам. Пам-пам. Па-пам-па-пам. Пам-па-пам. Таран-таран-таран-таран. Горшочек. Парам-парам-парам-парам-парам. Горшок. Не шуми. Сейчас тебе приду. Заперто с другой стороны. Привет. Парам-парам-парам-парам-парам-парам. Пам-парам-парам-парам-парам-парам. Там-пам-пам. Парам-бам. Гори. Гори, паук. Тарар-тар-тар-там. Паук. Тарар-тар-тар-тар-тар-тар. Места критически не хватает. Что взял эти психостимулянты? Вот эту дреснину, ключ с вороной. Вот эту дреснину. Все у нас с тобой понятно. Ничего места нет. Да, нужно куда-нибудь скинуть все эти вещи. Ну ладно, в принципе, на обратном пути их все захвачу, это дело. То есть она была где-то здесь замурована, да? Наши бабенцы. Тарам-парам-парам-парам-парам. Чуть было не треснуло пополам, блядь. Ебать, у тебя руки. Чё такая большая стала? Эй, мать. Ёпта, блядь. Ох, блядь. О, сука. Тварь. Вот это... Пиздец, страшно. Привет. Ебать, у тебя там не стрижено, не брито все, да? Гори, ведьма, гори.
Че, ко мне забраться не можешь, да? Ёптель. Так, свою жопу-то мне не показывай. Не особо неприятно, между прочим, на нее смотреть. Так, травка. Хорошо. Так, где ты здесь, падла? Стерва-курва, а? Признавайся. Где ты, падла? Хер там болевать. Заблёвушка. Ты ж моя заблёвушка. Сейчас тебя парижу, да? Ты парижал. Хорошо. Ай, вай, хорошо. Как грубо. Фу, как грубо. Между прочим. А. Сука, травка сучая. А, да. Да гори ты, падла. Хоть несу жопу показывать, блядь. Неприятно. Фу-фу-фу. Фи-фи-фи. Так, дробовичок. Дробовичок. Перезаряжаем. Чпинг. Пинг. Чпинг. Гори, ведьма. Кто ты, чё ж, блядь? На тебе, подсранник, падла. Сука, своим сральником размахивает, падла, а? Стерва, курва. Где ты? О, вот это было страшно. Что? Не нравится? Что-то не так? Да хоро тут, блядь, дуть своими руками. Сука какая, а? Не хочет гореть. Так, итого, патроны у нас, ружья кончились, пистолеты кончились. Точнее, в огнемете остался пистолет. Что уж, давай-ка. Раз уж так усиленными постреляем, немножечко. Жалко, пиздец жалко. Слушай, на него почти все патроны спустил. Где ты там блюешь, падла? О, сука! Это было страшно. Так. Естественно, мне защищаться нечего, потому что я всю эту бугульму на эту бабу спустил. Ебанутую. Идите вы нахер. Видишь, да? Харе, блядь.
Вставай, блядь, давай, ёбаный ты чипальдук. Сейчас мы тебя порежем. Оу. Сука. Дополнительно букашка надорожает, понятно. Так, разделительный, в принципе, нахрен не нужен. Текстурки, конечно, модные вообще, да? Или какие, а? Что у нас? Так. Это, конечно, можно скинуть вот это, и, блядь, и вот это. Так, здесь недостаточно места для ценной фотографии. Может вернуться обратно, сохраниться где-нибудь, пиздец, реально места нет совсем, вообще никакого места нет. А, слушай, вот он же выход, нет? Для сильного эпоксида тоже места нет. Хорошо, прекрасно. Наш трейлер. Блять, не. А, все нужны, значит, две карточки, да, какие-то. Понятно. Тогда. Эту дерьмину. Так, сгружаем. Вот это нахер. Стой. Так, вот это давай. Кша-кша. Я не знаю, пригодится, не пригодится. Вот это давай, кша-кша. Так, вот это. Давай, иди отсюда. Так, это пусть будет три штучки. Ключ с вороной пригодится. Монеты сейчас мы по... тратим. Вот эта прелесть. Или вложить лучшую часть сюда. Сильный пистолет — это вещь хорошая. Лучше все-таки, мне кажется, в сильный пистолет вкладываться. Так. Пять штук осталось. Замечательно. Перезарядка-то все очень хорошо, но... Так. Для патрона, для ружья есть. Трава есть. Эпоксиды сейчас, значит, возьмем. Так. Сберите мне фонарь. Найдите руку на втором этаже старого дома. Блять, ну... Самовер не будет. Так, погнали. Где патрончики? Опч. Так. Ай, молодцы. Ай, хорошо. Вот замечательно. Вот так пусть и будет. Так, 4 ячейки, ну, свободные. Да, замечательно. Теперь, значит, забираем. Так, там не открыть, как я понимаю, отмычка. Кубы нам тоже не помешало. Разделитель забираем.
Если оно еще нужен, конечно же, оно нужен. Пусть будет. Три ячейки осталось свободные. Так, горшочек в горшочке. Так, а что так лагает-то дико, а? Ладно, ничего страшного. Так. Чпыньк, пистолетные патроны. Там, значит, закрыто изнутри. Угу. Все верно. Все догорели, замечательно. Угу. Так, тут у нас патрон еще, сильный эпоксид. Из него прямо сразу, наверное, сделаем сильную, наверное, лечилку, да? Давай лучше сильную лечилку из нее сразу сделаем. Так. Далее. Одна ячейка осталась. Ну ничего. Ценная фотография на входе. Помню. То у нас вообще ни одной ячейки свободно не останется с печалькам. Ладно, хрен на эту ценную фотографию пока что. Сучечка. Ты харчит, глянь, падла это какая, а? Падла какая, а? Давай, иди отсюда. Убирай свои лапы ссаные, счастье. Так, прекрасно. Так, горим. Ох, сука какая. Так, со здоровьем совсем все плохо, как я понимаю, так ведь? Не все. Здоровье у нас просто на высоте. Все, да? Нихера ты мне долбанула, падла. Иди нахрен. Это машня, что ли, должен стрелять, да? Да, скорее всего, по ней. Скорее всего, по ней. Да, не брита. Фу-фу-фу, такой размахивать, такой жопой страшный. Так, а по здоровью. Ого! Как на здоровье-то выносит вообще на раз. Слушай, а? Ой. Блин, опять наверх подниматься. Кто там дрище так жидко-то, блядь? Та-тара-та-тара-ра. С тебя заряжу я. Та-тара-ра-ра. Подлетай ко мне на свет. Будешь очень резаный. Давай, падла, где ты? Сука, летает, блядь, кружатся и пиздец как бесят. Ну, где ты, тварь вторая? Жопа, где ты? Вот он ты. Грязь. Так. Мистер Пик Дроба.
Пора, блядь, меня бить, сучечка. Сейчас мне совсем жопа настанет. Сейчас куда-то взорать, куда-то весь дреснили. Трам-тарарам. Где ты, сука? Чё ты там смеешься, блядь? Хорошо смеется тот, кто смеется с дробовиком. Они свои там заросшие прелести показывают. Где ты, падла? Это тут. Вот он ты. А-а-а, привет. Ёпта. А? Норма? Нормас. Погнай Нику твоему. Реально к доктору сходил бы, что-нибудь не посоветовал какой-нибудь там. Воспалительное, антиохренительное. Реально как-то все хреново у тебя там, да? Ну нахрена ты опять упала? Вот скажи мне, пожалуйста. Человек мой хороший. Что тебе все падается и падается? И падается, блядь, и падается. И падается, блядь, и падается. Ну. Ты да хуя туда спрыгиваешь-то, блядь, скажи мне, пожалуйста. Вылази отсюда. Ну чё? Ты что, меня в рожу поиметь решил, падла? Наглый какой. Жук. Жук, пидорас. Ух ты, нихуя себе. Денусь, денусь, не очкуй. Сейчас мы тебя... Сейчас будем зажигать с тобой, сучечка, да? Как тебе такое, а? Горим? Нормально, все. Все, заебись. Все хорошо. Да еб твою мать. Хра только своему доме, не тыкай, пожалуйста, блядь, в лицо. Неприятно. Да хра, блядь, возьми ёбаный нож, блядь, хра, мывать там, рассматривать свою руку ссаную. Пожалуйста, чувак. Пиздец, блядь, помыл руку и смотрит на нее. Что ты там мне что-то он там не увидел такого? На твои мухи. Мухи старухи, блядь. Фу. Бери отсюда свою жижу ебаную, блядь, фу. Оу. Так, пожалуй, впукан сейчас я зарядим особо мощным. Так. Да ёб твою мать, сука. Чхары может здесь бегать, блядь. Сучечка, а? Блять. Да что, да ладно, больше ничего не осталось. Да ладно тебе. О, блять.
все совсем плохо. Все совсем плохо. Здоровья нет, аптечек нет. Ничего, совсем ничего нет. Сука, ты еще долго будешь гореть, падла, мразь. Ну, я уже не знаю, что с этим сделать. У меня просто боеприпасов не хватает, знаете ли. Так, знаете что? Так, мне нужно наружу взять сильный эпоксид. Скинуть особо ценную фотку. В общую кучу. Так. Я помню где-то сортир, помню такое. Не помню, закрыто все было, да? Ладно, сейчас беру сильный эпоксид, делаю из него еще одну аптечку. Сильную на этот раз уже. Иду в этот мутный туалет, нахожу эту срань. Что там спрятано, что бы там ни было. Подбираю все патроны, которые у меня есть, иду на эту суку, потому что... Ну, не хватает мне ни патронов, ни здоровья вообще, это... Объективно. Так. Значит, сильный эпоксид, иди сюда. Ручка-крутилка. Иди отсюда. Значит, из тебя сейчас мы делаем... Да подожди ты... Разделитель. Так, фотка ценная. Иди отсюда. Я понял, где там что лежит. Значит, три ячейки. Сейчас делаем сильную аптечку. Это разделитель, в принципе, он нахер, наверное. Отделите от них эпоксид. Снова можно будет использовать отдельно. Так, разделитель, значит, поднимать больше не буду. Идем в сортир, находим там все, что нужно. Делаем сильные аптечки. И идем снова к этой сучке. Потому что мне на нее не хватает патронов, к сожалению. Меня на нее не хватает сил. Увы и ах. Увы и ах. Так. Вот там толкан с окурками. Здесь мы, наверное, все подобрали. Так, на втором этаже найти с руку. Руку серии D. Руку серии D. Где здесь засранный сортир весь? Это, наверное, сортир. Нет. Где сортир? С бычками, который был весь... Где? Не помню, был он в прошлой серии. То, что было в прошлой серии, я не помню частично уже. Так, ёбаный жижа. Жижа. Зря этих тараканов терпел их нападки, как я понимаю, так ведь? Так, сейчас нас... О, сучечка. Все, перехотели ко мне идти? Перехотели. Так. Ёбаные, ничего. Здесь мы открывали дверь с пауком. Где сортир? Вот, наверное, там сортир, да? Так. Ух ты, сколько я сегодня заметил. Кстати. Я кучу всего не нашел, не заметил.
Эпоксидочка, эпоксидочка, эпоксидочка. Это очень хорошо. Вот, наверное, это толка. Нет, это комната с записью. Угу. Хорошо. Где сортир? Тири-та-та-пара-пам. FPS тут вообще дико падает, да. Может, потому что я в новом режиме записываю, возможно. Так, там у нас еще какая-то комната. А, там, понятно, проход странный. Где-то здесь на болотах был этот странный обдристанный сортир с бычками. А вот где, я совсем не помню. Увы и ах. Ну-ка, давай, текстурка, прогружайся. Молодца. Туалет. Сельский туалет. И больше счастья нет. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Солнце, свет. Сельский ту. А, лет. Сельский ту, а, лет, лет. Лет, лет, лет. Туалет. Ну, такие примерные, примерно такого размера комары в Мурманске. Так. Теплоотмычка. Где-то засранный толкан. Блять. Все же забыл. Так, засранный толкан не тут. Так, но он не в доме был точно. В смысле, не в большом доме он был. Где-то здесь. А вот где здесь, я не помню. Так, значит, тут мы пошли с этой бабой стороны. Так, с горчайкой. На втором этаже дома здесь должна быть рука. А вот где она, я не могу сказать. Да клади ты эту ссану трубку, блядь. Так. Я понял, понял, понял. Баба была нечиста на руку. Я так и думал, так и думал. Ну, ладушки. Ну, а кто будет текстурки прорисовать? А, молодец. Еще четче, нет? Ну и пошли в жопу. Окей, сельский туалет, я тебя еще найду. Я тебя еще найду. Травки три штучки. Нормально, нормально.
Так. Чё, погнали. Бац. Бац. Так, теперь из двух оксидов делаем две сильные отлички. Раз, два. И двух эпоксидов, точнее. Так, осталась одна травка и один слабый эпоксид. Этого нам хватит, да, более чем достаточно будет. Так. Ладно, сельский туалет потом найдем. Я думаю... Да, к гинекологу сходить и не помешало бы. Так, давай. Травка еще. Еще травка, это хорошо. Тогда поливаем это. Вообще странно, он моет руки, короче, как-то жижа, и у него все типа как восстанавливается. Это подозрительно. Ну ладно. Комбайн. Так, осталась одна травка. Кот, пошел ты, ку-ку, ёпта. Ты. Здесь, типа должно быть страшно, хоть должно было стать, но... Нет. Блядь. Вот она. Это обычная женщина. Обычная женщина, ничем не примечательная, на самом деле. Просто она без макияжа, не накрасилась. Не бывает. Да хрена мне свой пукан пялить, блядь. Падла. Эй, куку, ёпта. Сейчас тебе пукан-то просадим. Вот что будет, если... Дорогая, у тебя что, ПМС? Не, нормально все. Ну, окей. Тогда я пошел, пожалуй, погуляю с друзьями, да? Дорогая. Дорогая, ты где? Эй. Вот женщины, женщины. Ах ты, ёб твою мать, он сверху торчал, падла. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Давай-давай-давай, иди отсюда, падла. Стерва-курва. Так, хорошо. Порошок, порошок, хорошо. Сука. По здоровью нормально еще. По здоровью пока еще все нормально. Что ж ты такая потная-то баба?
Вот, бери пример со своего мужа. Вот бой с бензином. Мне казалось, что он только что из своей этой на меня дунул огнем. Почему-то. Чё, не выходит? Вчерашний буррито, да? Блять. Я так и знал. Я тебе сказал, жри меньше. Жрет, жрет. Закашлялась, блядь, говорит, главное, не в то горло попало. Сразу первая мысль. А, сука, в два горла жрешь уже. Блять, не в то горло попадает. Иди отсюда. Тройчик, говорю. Ара, меня пиздить. Не-не-не, Дэвид Блейн. Сральник свой, пожалуйста, от меня ты убери. Я не залечился, блядь. Было до хрена аптечек. Так, окей, погнали. Еще одна попытка. Моя попытка номер два. На этот раз не боимся тратить аптечки. Текстура. Текстуру, пожалуйста, в студию. Стол, в студию. Текстура. Алло. Алло. Не завезли, ну и хер с тобой. Эти винчестер не знаю, чем занимается, он ничем не занимается. Так, угу. Так. Все по старинке. Раз, два, три. Раз, два, три. Пшек-пшек. Пшек-пшек. Пшек. Все нормально. Патроны — это херня. Так, комбинируем. Раз, два. Патроны нормальные еще пока. Все, заебись. Так, здесь все хорошо. У меня просто там, где мышка лежит, под этим местом, уже стол мокрый от ладони. Потому что ладошки не... Место. Ну, запястье. Оно там так належалось активно, то, что все вспотело. Короче, сижу здесь жестко, блин, душно. Ну, не душно. Жестко, короче, здесь. Надо немного затушить пожар. Так. Кстати, что вам тоже рекомендую сделать. Потому что сейчас будет жаркая битва. Так, аптечек у нас полно. Всего у нас, в принципе, полно. Травка еще эпоксид, даже один есть, и травка одна есть, хорошо. 5 аптечек, 6 аптечек, итого у нас 2 сильные, херена сильные, 2, 3, 4 слабые. О, блять, какая же ты потная мразь. Ну, хоть я понял, куда и стрелять надо теперь. Все. Так, погнали. Ник, шла бы ты отсюда, падла. Молодец. Нет, Дэвид Блейн.
Не-не-не-не-не, давай, иди отсюда. Так, здесь все нормально. Так, я думаю, с ножом на нее без понт идти полностью. Еще горелочка. Где-то падла. Так тебе погнусь, сука. Дорогая, 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 дорогая. Извини, что не купил тебе. Чего-то там. На-ка, блядь. Все нормально. Как ты себя там чувствуешь? Нормально все? Да хватит на меня дуться. Я всего лишь с друзьями пошел пиво попить в бар. Что ты на меня дуешься, да ё-моё. Сейчас мы тебе побреем все тут, все, что нужно, ёпта. Окей, ну. Так, зато у нас с патронами на ружье все хорошо, со здоровьем все хорошо. Так, прекрасно все, просто прекрасно. Так, здесь патроны. Перезаряжаемся, раз. Перезаряжаемся, два. Здесь все у нас нормально. Так, погнали. Где-то, сука. Сейчас мы тебя научим, как. Да ебаного человека, человек умнее, потому что у него есть. Он научился держать в руках нож. Рук, но это в том тоже старого дома. А, понял. Не-не-не. Марго, 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 что ты? Не надо мне там ничего ломать, сука. Да ёб твою мать, ты что, не упускаешь, блядь? Ебанулась, что ли? Дай мне хоть шанс, хоть один шанс. Пощады, блядь. Чуть-чуть хотя бы пощады. Сука, не гляди на свою руку. Падла, мразь. Пипец, игра медленно начинает идти. Кучу, что сраное слоумо включилось, блядь. Что так все медленно? То ли винчестер уже останавливается. Ничего уже не грузится толком, блядь. Чпинг. Трепыхаешься. Кто там еще три... Сука, трепыхается. Падла, сейчас тебе дадим. Да, игра реально дико лагать почему-то начала. Я не знаю, из-за чего. Ну, в прошлой игре вообще отлетела. Тебе могила... Тебе могилы исправят, мне кажется. Как мне кажется. Где ты нахер? Все медленно, блядь, пиздец, медленно. Что-то с тобой не так, игра. Ну все, на тобой нормально. Что ты творишь? Эй, ку-ку, ёпта. Красиво, вот это красиво сделано. Вот еще была бы у меня видеокарточка подобающая, чтобы все это было в хорошем качестве, да. Было бы все намного круче, а сейчас у меня
Судя по всему, компьютер помирает. Ноутбук мой старенький. Слушай, мы потратили-то всего ничего. Сейчас помирает, потому что вот то, что сейчас он показывает, какие-то несчастные пару FPS, но это реально жалко. Ты просто втоптал траву? Ты ебанутый, что ли? Ну ладно. Ну ладно. То есть траву можно было просто затоптать. Окей. Так. Эпоксидочка. Вижу. Давай сюда пройдем. Чпыньк. Потихоньку. Эпоксидочка. Кстати, а вот теперь перестало все относительно так лагать сильно. Патрончики для дробовика. Так, погнали. Чтобы какая-нибудь сучечка еще до меня не доебалась. Еще эпоксидочка вообще шикарно. Травка. Это аптечка была целая, да? Что, реально целая, говорит, целая аптечка была? А, это была просто травка, вот теперь целая аптечка. Так, комбайним. Чпыньк. В принципе, хорошо все, что так вышло. Сейчас. Чпыньк. Это хорошо, это очень даже хорошо. Так все получилось, мы практически не потратились. Так, что дальше? Что дальше? Дальше сюда. Так, там. Ну-ка. О, прекрасно. На пистолетной степени хоть патроны-то какие-то есть. Какие-то хотя бы несчастные патроны. Чпыньк! 10 на 1. Ну ладно. Пусть будет один патрон в запасе, ничего страшного. Хорошо. На втором этаже старого дома. То есть где-то здесь. Или где-то там должна быть рука. А, понял. Маргарчик, спасибо тебе. Неплохо. Это было пиздец как потно. То есть можно и вот так уйти в ту сторону тоже, да? Давайте-ка посмотрим-ка. Нельзя. Двери есть, выхода нет. Печаль, беда. Где-то здесь должна быть. Вот здесь вот сделано. Судя по проходу. Как бы да, потому что выход вон, ну, вон проход. А, это совсем старый, видимо, замурованный. Окей. О, спасибо. Сенкука, говорят, эти аглицкие этого товарища, да? Так. Давай-ка. Трава. 4 травы, 2 эпоксида. Ну, давай эпоксиды пока переместим. Все эпоксиды пока переместим. Или нет? Сделал третью большую аптечку. Или... Смысла нет.
Так, обычные эпоксиды. А, так, эпоксиды, разделители, все здесь лежит. Все здесь лежит. Травки. Это. Так. Два. Сильно пламя нельзя использовать сам по себе. Так, давай-ка комбайном сейчас займемся по-быстрому. Все, сильный эпоксид ушел. Блять, не хотел, извините. Сам чуть было не обосрался. Так, 4 зажигательные. Угу. Так. Давай-ка вот так. Значит, 4 твердого топлива, 4 зажигательных боеприпаса. По пистолету все теперь нормально. 6 боеприпасов сильных, хотя столько-то обычных. Так, здесь, значит, юзать нечего абсолютно. По здоровью все хорошо. Пойдемте с вами возьмем эту руку. Я думаю, закончим серию. А, либо здесь где-то был застрян весь сортир, нет? Не здесь. Оу. Где наша горелочка любимая? Перезаряжаем. Чтобы все было в порядке. Чтобы все было красиво. Так, молодцом. Что ты дрочишь меня, падла? Так, а если вот сюда спуститься, что здесь будет интересно? Туалетишка как раз может быть нет? А здесь просто проход, да-да-да-да-да-да-да. Точно никаких ни монет, ни эпоксидок, ничего. Просто, а здесь просто был рычаг, да-да-да-да-да-да-да. Ну, во второй... Понятно. Ну, по крайней мере, сейчас мы хоть разжились и патронами. И аптечками, всякими горелками, всякой бугульмой, которая, типа, по большому счету, из нужного очень, ну, у меня есть вороний ключ, все, и остальное все, боеприпасы, аптечки, патроны, аптечки, и, короче, все, ключ с вороной, оружие. На, сейчас откроем дверку. Я думаю, все, можно будет заворачиваться. На сегодня. Оу. Фано заиграло. Ты там брони не делай. Само? Ай-яй-яй. Чё? Ба, ты замахиваешься по полгода, да? Очень красиво, кстати. На превьюшку, может, даже закатаю. Чпыньк. Так вот как-нибудь, или вот так вот. А, я парижу. Вот, все, в принципе. Что там?
знаете, что там? А мы об этом узнаем в следующей серии. Шучу. Здесь большой крокодил. Да. Нет, не гасни. Я очкую. Нет, свет по скрипту, не гасни. Иначе я обосрусь. Такого крокодила, конечно, хотелось бы очень сильно. Себе домой. Так, ша. Где текстуры, блять, мои? Я не понял. Эвелин. Моя семья. Тысячи каких-то странных людей. Откуда шарик, интересно? Быч-быч-быч. Мячик, точнее, сделал. Быч-быч-быч. Так, ботинки. Кстати, хорошая обувь. У меня похожая. Ну, цвета, в смысле, похожего. Давай. Че, поиграем? Ёпта. Фью. Эй, ку-ку. Грязь, ты где? Качается, сука, да? Че, качаемся? Безухий медведь. Откуда звук? Оттуда, понятно. Корабли крушения, понятно, и человеки дохлые. Человеки умирают, это нормально. Куколки. Спокойной ночи, куколки. Где, блядь, текстуры? Скажите мне, пожалуйста, где, блядь, текстуры? Не, они, конечно, я понимаю, что там все это на размытие должно уйти, но... Хрен знает. Хотя ради оптимизации, видимо, готовы на все. Так. Неужто это следующий босс? Теперь точно всем пока. У меня просто уже сил нет проходить честно дальше. Увидимся скоро.